Ну что, ребят, вчера стало известно то, что Роман Аквашев уже подписал контракт со Ростовом. Для меня казалось это шоком, потому что, ну, как минимум на сезон он еще мог остаться. Что-то намечается. Как бы, не дай бог, смутное время 2-0. Все бы ничего, но смутное время — это очень хуевое время. Даже ради этого готов и записать еще один видос, чтобы вы знали, что такое это время. Дважды, трижды оставаться, блядь, через неспортивные принципы — это пиздец. Что касаемо Ромы, ну, Роме спасибо за игру, за те 3 года, проведенные в флотиле, и удачи в дальнейшей карьере.